Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Оценка отношений», где первая карта нам скажет, что между вами сейчас. У нас выпадает карта пятого аркана, которая говорит о том, что вы, независимо ни от чего, семья, вы друг другу даны для того, чтобы проходить определенные уроки. Вы их проходите, друг у друга учитесь, то есть у вас сейчас идет процесс обучения. Чего хочешь ты в данной ситуации на самом деле? Ну, 50 на 50, игры какой-то определенной, ничего серьезного ты не хочешь, да? То есть, может быть, вот сейчас женские и мужские игры – это как раз то, что тебе нужно. Что говорит в пользу расставания? В пользу расставания говорит, что тебе очень хорошо и одной – ты не заморачиваешься, ты занимаешься саморазвитием, работаешь где-то у компьютера, тебе вполне устраивает одиночество. Что говорит в пользу сохранения союза? То, что мужчина самодостаточный, может решить твои проблемы, что он тоже стремится зарабатывать деньги, вот, и что он готов нести за тебя ответственность. Так, что следует сделать? Следует сделать свой определенный выбор. Что высшие силы вам советуют? Высшие силы вам советуют побольше эмоций, побольше любви. И главное, любите себя любимую. Что он думает о происходящем? Он лежит и ничего не делает. У него такое состояние, как будто бы он умер, да? И он понимает, что он должен на что-то решиться, а вот решиться на это он как-то пока не может. Что он чувствует? Он чувствует... Он чувствует, что все, что он мечтает о вас, сбудется обязательно, что вы будете вместе. Он чувствует, что будет какое-то обновление отношений. Он еще не знает, что это, но очень на это рассчитывает. И прогноз на 3 месяца. Так, сентябрь. Сентябрь, будут какие-то проблемы с деньгами, да, может быть, решение проблем с долгами, отдача долгов. Октябрь. Будете взвешивать все за и против, да, решать какие-то свои, может быть, юридические дела, может быть, что-то связанное с судами. И ноябрь вы будете со своим мужчиной, который у вас как император, он такой патриархальный, он хочет, чтобы вы ему подчинялись, он готов нести за вас ответственность и готов взять на себя ответственность. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.